Да-да-да.
Пришла в голову одна очень смелая мысль. Интересно, какая же? Если уж мы с тобой не знаем сценария, давай тогда говорить о том, что может понравиться нашим зрителям. Замечательно, я уже придумала такую тему. И какую же? Поговорим о фильмах, кино и сериалах. Боюсь, у меня не получится. Почему? Дело в том, что я в последнее время не хожу в кино, не смотрю телевизор. Все-таки ОГЭ на носу. Хорошо. Тогда давай поговорим о театре. Ты смотрел последний спектакль Ноябрьского театра «Обломов»? «Обломов»? Что-то мне не очень нравится такая постановка вопроса. Давай лучше поговорим о... Секунду. Давай лучше поговорим о магической науке, о драконах, о драконологии. Слышала? Или знаешь, где живет Чудо-8? Или что знаешь про петлю времени? Подожди, не все сразу. Я вообще не успеваю. А сейчас выйдут артисты, которые нам все-все расскажут и покажут. Встречайте! Тебе не мог, не тот единственный мог бы понять.
Смесь сирень.